Самые первые игроки. Нет. Георга Пятого или какого там имеешь в виду? Они террористические эти не делают. Дело. О, англичане, что ли? Да, да. Ладно. Не были они. Не были они, они этих, они не террористические. Скопикус, я понимаю твое состояние. Нет, я серьезно говорю. Я тебе серьезно говорю. Они, короче, этот, они обычно делали такие вот, как в Индии, да, в Индии до сих пор есть 300, короче, солдат, которые находятся в индийской армии, но служат его величеству. То есть, если его величество скажет открыть огонь против индусов, они откроют огонь. Их приезжали туда и спрашивали, вы так сделаете? Они, да, мы так сделаем. Только нас не спрашивали, я тоже сказал, что сделаю, но это еще не значит, что я это сделаю. Ну, я к тому то, что как бы у англичан другой метод, они, то есть... Привязать к пушке. Они не делают такого. Ну, привязал к пушке, как дал, да? Да, ну такие обычные методы. Это знаешь, нормальный метод. Расстрел с пушек, блин. Селвин, ты куда пойдешь? Либо Буров согнать. А, сюда, сюда. Ого, там псы есть, господа. А? Хочу городок занять, попробуй. Ну я тебе помогу. Я туда стрельцов пошлю. Кассетками прикроют, чтобы туда не ехало по ложке. Сераф, постреляешь? Не, я на старте не стреляю. У меня запрещает религия. С каких это пор? Это? Со всех пор. Никогда не стрелял. Давно уже. Скопикус, ну ты хотя бы постреляй. Пожалуйста. Не, я съебываю оттуда. Что, они сейчас накроют? Приедет какая-нибудь юаровская, быстро ездящая. Так он может будет стрелять, вон же он показывает, стреляет. Он не будет стрелять, сказал. Со старта. А, это Сельвин? Это... А, ну хер, вот. Куда вы хотите пострелять? Поставьте на метку. Он по перекрестку стреляет. По перекрестку, да, чтоб ты. По какому перекрестку? Ну, справа, который, уже не тупи. Вот там перекрестка 3, я знаю. Вот там метки Сельвина метки? Да. Ой, хорошо. Нам правоствольно арта. Две штуки, возможно. А куда дальше просто, да? Бью сюда. Раз я уже не прям со старта хуя. Бью сюда. Заводи мотор, водитель, выдвигаемся. Вертолетик на центр карты. О, смотрите, я попал в кого-то. Молодец, умница. Так держать. А теперь сматывайте. Справа, справа надо. Гепарды, смотри осторожно. На гепардов. Сокола гепарды. Блин, 15D нам... Нам хана. Да. Положили нас. Нахмайно, главное не высадку. Вот этот вот вертолет надо снять. О, со стартика Леклерков, смотри, красавцы какие. Ну, уже один откис, по-моему. И нет. Вазы, блядь, ну это вообще... Да, ребятушки, хорошо вам досталось. Правда, все это снабжухом. Вам нравится, полезно? Хорошо, так справа положили. Занимайте, занимайте зону тут пока наша. М1 на 2, я уже их не занимаю. Эриха, блядь, нихуя, пацаны вообще крутые. Там они все топчики навели, короче. Ну вот, да я всех пофигенное мясо будет. Ну, хорошо они теряют так-то. Авиэйшн. И он вышел кто-то. Это авиация ушла? Возможно. Ну не точно. И мой муж, ты, я, так,
Селвин вызвал нам пушонку сейчас. Поди варить что-то наших. Не фигачите, не фигачите туда. Блин, кто это будет цехно, ё-моё. Опять он тут. Опять он тут. Так, вам мы не с неграми фигачить. Играем, да? Да, возможно, объездом. Там есть это, скажи, негритянская дека. Ну, он по нам только что что-то выстрелил. Что туда упало? Куда? Нихуя мне на образцы что-то ядерное упало, блядь. Это мог и с 18 быть. И клерки 2, а 5 в чем-то. Селвин, лучше отойди отсюда, а то рыбку может отметка мяс... по тебе прилететь. А, патриоты стоят вот здесь, метку дал. На балконе. Сейчас, дай мне 10 секунд. По центру. Слушай, топы. На балконе ходят? А, эти. Патриоты. Прям по моей метке можешь фигачить. Вот здесь вот топчики. И здесь, и здесь. Да. И я базы еду. Да, они... Мои образцы чинят. Блин, ну заметьте, сейчас они потеряют эти топы, и они выйдут. Да, ну, да. Как я говорю. Хотите услышать Катюшу? Да, ну этого, блядь, моего, блядь. Хорошо, выйдут, начнем следующий. Блин, у нас бог захватили. Там разбомбились. Да, это хайфолмены. Окей, вызываю пинов. Сейчас будем тоже бомбить их. Кайтер, как всегда. Кайтер. Да, ё-моё, ну кайтер. РСЗО налево. Минометы хана. Дайте нам координаты цели. Ну, нахуй стоять, блин. Они попляшут под нашу дудку. Блин, мне шведы встретили. Поддержка нужна мстами сюда. Срочно. Вызываю огонь на себя. Фигач. Это цирма. Вот сюда стреляю. Давай, да, давай. Пофигу. Вызываю просто на всю огонь. Уже держать. Херач. Как могу, задержу. А еще проблема то, что ко мне 2-5 приехали с Оликлерком. Ну, в лесу так себе проблема. Но они не в лесу, они вон справа. Ага. Тогда да, это проблема. Пофигу лес. Лес я там им дам. Ну что, кстати, не выйдет. Короче, вот сюда надо кассеты. Слева там все раздолбали, аккуратнее. Угу. Там может и вертарашка быть. Да, сейчас не, нам не спал. Не, вертараш, там танков дохуя было, этих топовых. Ну, если я они не дураки, там, они бы сделали вертараш. Будем надеяться, что они дураки. Да, будем надеяться. И центр у нас, значит, кстати, там танков она. Нету. У нас моя точная точка центра, кто-то... только моя кошелька стоит. Прикольно. Ну давай я свою подгоню. Не, двигаю свой просто, надо дальше будет.
Не, моя просто без дела стоит. Она ждет нас в случае, если по базе по нашей удачно отработают. Хренячего появления. Только Найтхавк слева пролетел, и похуй всем. Я так, не авиатор. Ребята, вот сейчас что-то мне кажется, блядь, мне не хватает поддержки. Дайте нам координаты цели. Сколько? Просто главное, мстами ни хрена, я чё прямо с точечки. Слушай, я не могу, блядь, хуярить откуда-нибудь, блядь, с этого. Давайте вы мне помогите слева, ось, да, слева, и тогда я не буду мостами хуярить. Да нет, ну, ради бога, хуярь, главное не хуярь, прям ровно на сточечке, где у нас юниты появляются. Все, мы слева просрали, сейчас к нам придут. Вам советую переключаться уже. Так, не паниковать. Я не паникую, а что, блядь? Ну, он и информирует, потому что так оно и есть. Это понятное дело, что... Мы слева полностью. Ну и справа тоже нас сейчас будет выгадывать. Справа вы на них уже нормально так перепугали. О, вот опять. Но танков больше нет, два базы. Давай я хоть просто буду крутить там самолетиком. Прям... Смотреть по стороне. Они по резку стреляют. Вот негодяи. Блять, хоть разведки мне налево пошлите, пожалуйста. Мне всю разведку выносят. Хоть вертолете какой-нибудь повесьте над лесом, чтобы я, блядь, мог видеть это. Не вижу это, я не могу ничего делать. Ну, господа, пожалуйста. Я тебе выслал разведку, жди. Рафали налево. Блин, какие же это офигенные все-таки ПВО. Какие? Невы с ИТОшками. Что не ва, что ИТОш. Что ИТОшка. Попадает все. У нас авиатора нету, да? Там какой-то рандом. Насколько я знаю. Ё-моё, еще и Абрамс пёр есть. Ну, они пошли хорошими они юнитами, справа, когда юниты кончатся. Да, они у меня тут припёрлись такими за 65 Абрамс, которые не очень хорошие. Чё, лупануть сюда, нет? Ну, можешь лупануть. Лупаю. А он сейчас нас все равно арта вынесет. Уже у нас. А если есть кассеть, он вот сюда можешь накрыть? Пожалуйста. Стараюсь, но очень долго буду сводиться. Ай-яй-яй, у меня проблема другая, они прям в наш лес заходят уже. Кому войска Кальтера передались, выгрузите его в домик. Это цехну. КШМ и что они поставили вот сюда куда-то? А какая там КШМ? Пехотка, машинка. Ни о чем на эках. А вы в грязи боретесь, да? Да. Угу. Боходство. Че у вас там по ощущениям? Сколько еще? Да, будем надеяться, что долго. Там мне, короче, нихуя не помогает, блядь. На меня хуярят две мерковые 3Б, блядь. На меня хуярят два М1А2. М1А2. На меня хуярят леопарды, блядь, последние. И все в размере полностью экипированные, блядь. Это... Самолеты. Они совсем, переключились, блядь, точно так же уже направо. И так же хуярят направо, не переживай. Что, блин, не выходит? Выходит? Драйв финами.
Двое вышли. Они артиллерии. У нас скальтер вышел. Не, подожди, кем ты играешь? Я Балтикой. Да, а кем, артиллерией? Нет, мотострелками. Зачем ты играешь мотострелками? Ну, потому что захотел. Я познал дзен мотострелков. Вот и все. Я не могу нанести танковый удар, блять, у меня не хватает очков. Я только что приезжаю, меня все сносят нахер. А я не успеваю даже доехать, мне выносят кассетами по пути. Этот мой, блядь, может мне этого кикнуть, блядь? Масса этого, блядь, у них вообще бесполезно, блядь. Он сейчас УМ-ку сольёт. Один баз за размен. Отлично, да. Откуда стреляли эти патриоты, я не видел. Самолет налево, самолет налево. Откуда? Из той листы посадки. Ну точно не могу. О, Меркова без этого, блядь. Поломанная. Двадцать семь секунд еще поломанная будет. Херач. Вот здесь махбеты стоят. А, сука, летят самолеты, бля. Пошел. Так, ну, ребят, кто там справа воюет, может быть, чуть-чуть переключитесь кто-нибудь один из наших налево, потому что справа-то мы хотя бы их захватываем, а там наших пинают. Я нахмайно все сделаю. Бахону. У меня но слева, у меня так кто-то... Просто тут может быть ситуация, что они сейчас на нашу базу уже начнут доебывать. Я тебе только пуховозг могу вести, кто? Да, они он потихонечку к нам уже ползут. Я понимаю, но я слева только могу пухову привести вам. Все, больше ничего не смогу. Ну логично, у меня пехота на вертолетах, чего вам слева там? Ну просто смотрите, потому что-то там как-то уже недобро все. Ну как бы чуть-чуть хотя бы вызовите туров каких-нибудь, чтобы по базе именно. Ну на респаун, на Борисе, чтобы держаться. Потому что они сейчас прорвут, вот там вот все, что там стоит, они это сейчас все разъебут. И нужны туры, чтобы вот сейчас уже подготавливать, блядь, чтобы турами хотя бы сдерживать, пока у меня очков нету, я не могу, блядь, ничего купить, у меня два танка. Ты там пока береги очки, чтобы не по одному танку терять. Угу. Осталось 10. Не, ну зачем? Просто потом кулаком выйдешь и всех перебьешь. Так я и хочу, но я не могу, мне же сдерживать, надо это как-то. Не сдерживай пока, не сдерживайся. У меня саму 25-ки мы и закончили. Сейчас я тебе подвезу эти. Как я говорю, нужно эти выставить на Борисе туров хотя бы. Уходят неисыти. Сейчас а они да начнут еще теряться в управлении и будет совсем грустно. На два. Они выходят. Они выходят. Я говорю, они начнут терять сейчас управление. На все фланги ты не сможешь так. Да, так он останется. Мой остался. Алло. Пройден тоже. Че, алло, остался. Мы тебя слушаем. Мой фланг остался. Господа, вот эти сейчас люди сейчас получат дохуя очков, блядь, слева. Потому что вот эти три человека, которые остались, они поздравляем их и их очки. И их очко. Куда доставить на вас? Еще. Как минимум два у меня. Еще три. Ну все, походу мы их сдержим. Молодцы, спасибо. Спасибо. А, вот Чирна был ушками приехал, понял. Я там птухи что позади поставлю. Самолет на центр. А десятый на правый или на центр, хрен знает куда. На центр идет куда-то. Ну, все-таки, видимо. 20. Да, сейчас надо их перехватить ловко и умело.
по жопе получил. С одним хлосом ушел. Не-не-не, там может быть. Это нехорошее. Артиллерия наводит порядок в уродливом круге боя. Я вижу, он меня кассетит. Сейчас отойду назад. Кассет отойду. Так, Б5, прощай, ты умрешь героем. Прикройте слева Б5. Не можем. Ну ладно, тогда он умрет героем просто так. Там еще ЦВшка ползет, где-то вот здесь вот. Ползет. Ты на кого скинул? Б5. Вот на эту горку слева. Твою ж дивизию, вы откуда взялись 90-40? И вышел с... А, нет, это не он. Ну вот мы победили. Это был очень тяжелый год. Но мы справились. Вы все закончили? Нет. 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 Просто у них полкоманды уже. Как хорошо иметь машинки с АБСом. Это просто офигенная штука. Атакан, что ли, куда-то по центру карты? Артиллерия наводит порядок в уродливом хаосе боя. Блин, он М1, М1 Абрамсы обычные пригнал к нам в леса. Хоки пошли направо, имейте в виду. Вот здесь вот хоки. Истребитель на... назад. Говновертараж, возможно, через центр будет сейчас. Да. Невозможно, а точно. Я его встречу своим говном. Давайте. Говно, но говно! Черепашки-ниндзя дают. Ну ладно, насчет говна, может быть, я... торопился. Я ошибся, да? Да. Вертараж, пацан. Блин, Микс совершает ошибку, он не пушку, а лучше бы ракету включил. Так, вызываю ЦВшечку запасную. Самолетики наши. Давай, истребители, ебите их все, ебите. F-16 сейчас будет сбит. Блин, да у меня там два самолета умерло. И Тунгуск умерла, да, от противорадара. Печаль. Двигайте свои юниты, которые там есть. Блин, вы издеваетесь. Они выходят бы нас на вертолёте, а не мы. У нас плечи куча вертолетиков. Прям много. Вылазит. Нам ЦВшка нужна, а то этот вертораж, он ни о чем получится. Я же говорил, что говный вертолетораж. Вот ЦВшка одна пока. Что там? Какая? УАЗик? Да. Самолет над центром. Штах. Не, факт, там вроде что 117-й, судя по тени, что-то такое было, или противорадар. Может, на Хавин какой-нибудь. Ну да. О, лонгбоу там у них тусит. Скай идет, у меня и тошки едут. А он уже подлетел, куда хотел. Чем больше, тем лучше!
Ну, он сливает верты сейчас. Угу. Все верты придачу слил. Ай, 117-й не ушел. Но и точки мои забрал. Ну, все, бой окончен. Можешь сказать, да. Ну, они все ушли. Три человека осталось. Не рассчитывали на такое. Да. Почему-то мне кажется, что вы хотите рискнуть нашими жизнями. Кошемка стоит. Пехотная. Вас понял. Снаряжаемся. Так, я свою ЦВшечку, пожалуй, вот в эти края поставлю. Давай. Какой будет план? Ой, а говн-то сколько, говн? Засранец. Вот здесь много АТ-шек, так что к городу даже не засовывайтесь. Я могу бупятами аннигилировать, если кто-то готов в городе. Я могу парочку бупятых отправить. Один конец-то долетят. А, опять вертолет под зону Трукарт. Я так и знал, что вы нас в покое не оставите. Хотите услышать Катюшу? Ты все, опять пошли. У них самолетики перестали. О, 2-4 стоит. Кто хочет забежать? Перезаряд. Но я хочу. Да. Блин, фиганите вот сюда. Они даже не перекатываются. Вот в чем прикол. Не, перекатываются. Я уже херанул вот сюда. Вот они отсюда стреляли. Чуть-чуть. А, это юарская фигня. Да, стреляет. Да, это юар. Спиздил два мати. Да, они заколебали у нас засыпать на палубу. А чё ему ещё ставится, если это его дека? Ну да. Когда играешь, надо вызывать арту. Ну, если у него артодек. У него разве артодека? Ну, там у троих было деки, артодеки. Mm. Я подозреваю, что это осталось у него. Мне нравится, как у меня Ми 8 серии вот здесь. В лесу. А там как раз же есть вот эта вот дорожка. Вот видишь, вот здесь вот. Вот здесь вот. Ну да. Так что там как раз сажать можно. Это я как-то для себя галочку поставил, когда мы недавно играли с рандомами.
Он там их прятал. Вот здесь, если что, фопчик есть, они где-то рядом шныряют и стреляют от него. А Тэшка? В городе сидит. И танки, мать тебе, мне понравились. Самолет направо. А, это кур на осике. А это кур на осике. Ну, они сейчас будут сбить. Нет. Ну, если нет. Только земли достанете. Один. Был сбит. Другой ушел. Справа вроде как нет ПВО. Ой, да, слева. Слева нет ПВО, дальнобойного. Можете наступать. А чё наши-то назад пошли со своей пехотой? Надо в сторону врага идти, а не в сторону нашей базы. Чувак. Да фиг знает. Ты нахрена пёр столько? Ладно, я у меня сейчас вот резервы подошли только. А, там сапёр, потому что надо что-нибудь другое. Ну, ему. Если одной кучкой неси, то ему вообще глубоко пролезет. Где это енотики? Самолет налево. Танки какие-то вот здесь. Капец, мне панцир-гренадёры убивают мою элиту, выносят. Что вам на этот раз нужно? Самолет слева. Ну, короче, не дают никого забрать. Ехай. На право пошли. С конкурсом не видно. ПВОшки. Вот здесь ПВО и вот здесь ПВО. Кустиков чуть дальше. Там, да? Ну, там, по-моему, эти... Скандинавы. На 3500, которые бьют. Где именно? Слева? Да. Нет, на у скандинав, по-моему, на 3500 нет. Ну эти, как нету? Хавки. По-моему, хавки, да. Тандерболь налево. Тандерболь, да. Смотри, как я умею, сказал. На самсы. А, на самсы точно. Ну, блин, я уж так редко их вижу, что я уж не помню, как они называются. Бывает. На, настал этот центральный городок. Направление получено, выдвигается. А может, нет. А, эти МБТ здесь сидят.
Я подозреваю, вы собираетесь вертолетами слетать к ним налево? Я и не знаю, кто там. Ну, на Анне, чё? Там они... Так я говорю, вы на Анне там тусите. То есть, видимо, вы собираетесь повернуть к ним налево на базу? Вообще не знаю, вы что. Да понятно, видишь, что-то какая-то эта скотина чернокожая не выходит. Вот так вот и становится расистом. Это нормально все, что-то. Сержант-майор вышел первый, что-то, наверное, почему. Какого хуя, блядь? Оптика. Самолет налево. Истребители. Пошли, пошли. Че ты отворачиваешь? Будь пацаном. На Рафале я иду. Ну, я вот по Рафале отстрелялся, и только одно попадание. Забрал. О, минус. О, стрелы вообще нет. Либо ну да, сказать. Перебили. А вот в городе ПЗРК есть. Вы стреляете артой по своим. Этого своего там, правда, один человек, но все равно. Транспортный корпус выполнит любое ваше желание. Ваш понял, выдвигаюсь, отбой. Самолет опять налево. Вот там делать нехер-то, а. Ну это они за мной полетели. Бух, да, слева вообще там нет. Сейчас. Слева можно пролетать вовсю. Бамс. Нету 40 минут. Практически на пушках с Абрамсом. Давай, стреляй по Абрамсу, есть. Угу, два пятые. О, нихуя, да. У меня, блядь, кобразцы приехали, блядь. Чего через два, город. Как? Зачем? Почему они там? Лучше посмотреть. Маэстро, сюда, тормозни, есть? Маэстро, не стреляй. Да, я уже свожусь. Не заходи. Давай, да, давай. Селвин, ну зачем ты с 25-м? Вот так. Они ж тебе служили, Нахмай. За что ты их? Они жадность, хотели привезти. За жадность, там 4-2. Ну, минус 2 пятые все. Поэтому я могу дальше заходить. Давай. Просто тоже у нас больше истребителей. Тебя там впереди вообще-то, во-первых. Дружить над базой. Целое это. Там ПВО, они будут. Это вы смотрите на этого Юрия. У них полные фобы. Ну поэтому не выходит. Рекрехи есть. Кому нужны, забирайте. Да лучше говоря, где ЦВшки есть. Оно как-то важнее. Целый метку бросаю. Развертываемся там. И на город брошу. Мы снова в пути. Два пятые там стоят. Так, ну что, я попробую Б5-ми вот здесь вот отбомбиться, чтобы... Где? Им... Да сейчас, чтобы... Да, вот примерно туда же.
что бы им жизнь сладкой не казалось. Эти реклерк, одни топы. А у него их до хрена, может себе позволить. Думаю, что он может себе позволить, не столько же. Да, он может себе позволить еще больше. Ну блин, ну авиацию они теряют очень хорошо. А ему похуй. Ему пофигу, да. Именно так. Ну, кстати, я вон даже говном летел и говно не сбили. А ЦВшечку там... я убил, вот здесь была пехотная в домике. Так, ладно. Ставьте теперь точку. Искать... Я подозреваю, что как бы не вот здесь вот традиционно она была. Возможно. Но я поехал. Давай, ехай. Как моя кукуха. Похоже. Так а чё они вышли-то? Я не понял, они что, блядь? Мы тебе не расскажем, нам не положено. Походу, делоник закона просто на всего вверх Тахаши не удался. Слева не удалось, блицкрик. Ну да, они танчики убили. Они как бы слева они хорошо удалось, я не понимаю, чё они встали, блядь. Вы победили? Да, да, да. На этом мы не узнаем. Спроси у них, чё они вышли. Да они же вышли уже. Как же я спрошу, ведь они же выжившие. Мне кажется, где-то с правами. Угу. А, может, кстати, да, по лесу бродит. По лесам, по полям ходит. Мертвые. Вот, ну, походил. Где? Сидит. Сейчас. Ну ты просто хоть метку поставь, куда глядеть. Не. Да блин, нужны кому-то эти очки. Справа она. В этой вертушке. А-а-а. Надо енотиками. Вот это думаешь? Это что было? Ну, видимо, она и... в другом месте была. Он прочитал то, что surrender or I kick, let's not waste time, sir. И он за этот, ну, сдался. Mm. Ты прям как як. Почти как в минусе. Так, а кто был у них нигер? Вот мне интересно прям. Кто наблюдали, нет? Кто стрелял? Не-а. Когда штурмовали? Не-а. Блин. Интересно даже. Ну, какой-то странный бой получился. Ну, такой... Мне вот находится в окно, как они...